Ассаламу алейкум. Мне очень приятно, что вы сегодня все собрались. Баркал, спасибо вам большое. Часто бывает так, что от настоящей любви человек теряет голову. Я хочу пожелать, чтобы у всех у нас была сказочная жизнь. И это добро, словно сладкий сон. Иногда, когда выходишь к вам и от волнения не можешь собрать мысли, тогда обращаюсь к сердцу. Я привыкаю любить. Мама – это великая раба святой любви к своим детям. Спасибо, мама милая, спасибо.